Вы знаете, что у нас 19 лет электром Лобачевский, это, конечно, очень серьезно. В день рождения выдающегося ученого Николая Ивановича Лобачевского состоялись мероприятия, посвященные его памяти. Так, этим утром глава Республики Татарстан Рустам Миниханов возложил цветы к надгробию математика на Арском кладбище. В мероприятии приняли участие прапраправнучка Лобачевского, руководитель администрации президента Республики Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Медшин, а также ректор Казанского федерального университета Линар Сафин. Помимо этого, торжественная церемония, посвященная Николаю Лобачевскому, состоялась и в сквере, названном именем ученого. Неважно, сколько лет исполняется Николаю Ивановичу Лобачевскому, круглая эта дата или нет, мы как минимум 4 года с лицеистами, самыми маленькими лицеистами нашего лицея имени Николая Ивановича Лобачевского и студентами Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского собираемся и вспоминаем о нашем великом земляке, великом ректоре, великом математике. Он был ректором Казанского университета. И достаточно много сделал для него. Он строил комплекс зданий, строил очень много библиотек. Он писал учебники, которые, к сожалению, не были изданы. Он заботился об обучении не только в университете, но и в гимназиях. Память о бывшем ректоре Казанского университета его студенты и сотрудники чтят не только в праздничные даты. Ему посвящают математические турниры и конференции. Помимо этого, его именем названы научная библиотека университета, Институт математики и механики, а также лицей Казанского федерального университета. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Хафиз Гараев, Универньюз.